Сильный снег и ветер помешали работе аэропорта Махачкалы. Несколько рейсов были задержаны. Не долетел до столицы республики самолет из Москвы. Как позже выяснилось, из-за плохой видимости командир воздушного судна принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Астрахани. Сейчас на территории дагестанского аэропорта постоянно работают снегоуборочные машины. Ситуацию удалось стабилизировать. Сам аэропорт вчера, сегодня работает в штатном режиме. То есть мы принимаем и выпускаем воздушные суда. Проблем у нас как бы с этим нет. Снег, техника работает, полоса перрон чистится. Так что принимаем, выпускаем в штатном режиме.